Всем привет! Вы находитесь на канале Real Bassist или Реальный Басист. Меня зовут Дмитрий. Сегодня делаю влог. Сегодня 13 мая, день рождения Стиви Вандера. Собственно, этому дню знаменательному и посвящен этот влог. Я иду сейчас в клуб Алексея Козлова, лучший джазовый клуб Москвы, где сегодня я играю концерт с группой Космос, трибьют Стиви Вандеру. Будет очень много музыки Стиви Вандера. Надо сказать, что концерт будет очень интересным. Музыка его невероятно интересная, очень сложная. Там есть что поиграть. Много крутых басовых рифов, басовых партий. Сегодня у нас большой состав. Три дудки, бас, барабаны, клавиши, гитара, три бэк-вокалистки. Ну и куча солистов. Будет много музыкальных сюрпризов. Очень крутые солисты, многих из которых вы, наверное, знаете. В общем, вот я уже подхожу к клубу. Пойдемте вместе со мной. Итак, мой сегодняшний сетап. Это L-Bass, мой бессменный и любимый инструмент. Планшет Samsung, с которого я читаю ноты. Ну и мой процессор Eventide H9 с педалью экспрессии. Все крайне просто. А вот это вот сетап нашего гитариста. Yeah.
to die.